Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Слово депутату». У студії працює журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні в гостях у нашій студії народний депутат України, голова Миколаївської обласної організації партії «Відродження» Артем Ілюк. Ми будемо говорити про справи депутатські, а також про чинну передвиборчу кампанію. Доброго вечора. Добрий вечір. Хотів би запитати спершу про вашу діяльність у стінах Верховної Ради. Над чим ви працюєте, що знаходиться у полі вашого зору? Група партії «Відродження» представлена 22 депутатами Верховної Ради. Це депутати всі, які пройшли мажоритарку, самовидвіженці. Огромне довір'я висказали їм люди. І наша група працювала в прошлом созиві і в цьому созиві. Ми знаходимося в опозиції. Это оппозиционная партия, и наша работа, естественно, направлена не только, как привыкли оппозиционные партии, на критику, но и на конкретную работу. Это и отстаивание интересов людей, и законопроекты различные. Например, один из таких законопроектов, который сегодня очень актуален, это то, что касается повышения тарифов. Партия «Відродження» предложила законопроект на рассмотрение парламенту о том, чтобы ввести мораторий на повышение тарифов и не дать возможности различным структурам забирать людей, у людей майно, потому что вы понимаете, что сегодня пенсии заморожены, зарплаты заморожены, и люди зачастую просто не могут платить такие суммы за коммунальные услуги, за тарифы, которые им сегодня навязала власть. Мой законопроект с моими коллегами касается того, что обязать Кабмин пересмотреть условия кредитования МВФ. Объясню почему. Мы очень благодарны всем партнерам, которые помогают нашей стране, но государственный деятель должен заботиться о своем народе. И здесь важно понимать, что если ты берешь какую-то помощь, она не должна быть в ущерб простым людям, простым украинцам. И мы хотим, чтобы пересмотрели условия кредитования как раз в рамках повышения тарифов и заморозки заработных плат и пенсий. Потому что общаясь с людьми, а я провожу на округе достаточно много времени, я понимаю, что люди скоро перестанут смотреть телевизор и будут смотреть в холодильник, который, к сожалению, пустой из-за того, что просто нехватка средств к существованию. Многие пенсионеры, если платят все сегодня коммунальные тарифы, у них просто не остается средств не то, что на лечение, мы видим, как медикаменты выросли, но и на просто пропитание с тем прожиточным минимумом, который сегодня есть. Поэтому наша группа стоит на защите интересов людей. Мы выступали против принятия этого бюджета, который приняла коалиция, который, можно сказать, привел наших граждан и николаевцев, и украинцев. Какие у вас тому были нищим. Зауважения вашей силы до бюджета? А вы знаете, бюджет, на самом деле, принятие бюджета происходило кулуарно, и большинство депутатов даже от коалиции не видели его. То есть это была просто партийная дисциплина, которая сработала в ущерб сегодня в первую очередь простому украинцу. А первое требование это была открытость, показать все постатейно, что мы делаем шаг за шагом, какие мы предпринимаем решения, чтобы они ни в коем случае не навредили простым гражданам. Поэтому в рамках повышения тарифов мы однозначно сказали свою позицию, что этого нельзя допускать, потому что это приведет к падению просто бюджетов не только семьи, но и в принципе целой страны. И заморозка заработных плат, заморозка пенсии, выплата налоги с работающих пенсионеров. Но мало того, что человек работал всю жизнь, он заработал на свою пенсию, которая сегодня и так минимальная. Плюс у него еще забирают, пытаются подработать, забирают определенные налоги. Ну, это все людей сегодня будоражит, и мы отстаивали и продолжаем отстаивать эти интересы, чтобы у людей была нормальная заработная плата, нормальная пенсия. Скажіть, будь ласка, якщо я не помиляюсь, ви входите до парламентського комітету з питань протидії корупції. Давайте поговоримо про цю біду. Чи достатньо у нас законних важелів, щоб її побороти? І як взагалі можна починати боротьбу з цим лихом? Да, я дійсно вхожу в комітет. Комітет по своей сути сегодня один из самых авторитетных комитетов в парламенте, потому что наши законопроекты, которые рассматриваются в парламенте, они все проходят через наш комитет на предмет того, есть ли там коррупционогенные факторы или нет. И нам очень много удалось остановить
законопроектов, в которых прослеживаются такие факторы. Но надо понимать самое главное, что когда мы приходим к врачу, задача врача в первую очередь – это поставить правильный диагноз. И только после этого назначать лечение. Так вот, общаясь с людьми, диагноз давно уже поставлен. Диагноз – это вот та старая система власти, которая работает, живет, процветает, потому что все схемы коррупционные, в принципе, остались. И общаясь с бизнесменами, с предпринимателями, они говорят, что стало намного хуже, потому что нет вообще никаких правил, не соблюдаются законы. Потому что, по сути, свои законы у нас многие нормальные, только исполнение их. Вот исполнение, конечно, это такая хромающая часть. Поэтому здесь надо вырезать вот эту опухоль, старую систему. Если мы сможем ее вырезать, дать новый толчок, тогда можно уже будет смотреть на то, что менять все остальное. Мы повернемось до цього питання наприкінці нашої бесіди. Давайте спустимося на рівень нижчий. Зараз в розпалі передвиборчі перегони. Вибори будуть незадовго. З якими пропозиціями виборцям йде на вибори ваша політична сила? Що ви пропонуєте виборцям у Миколаївській області? По суті, партія «Відродження» в Миколаївській області, в частності в Миколаїві, прогреміла на всю Україну з програми «Депутати з нашого двора». Я об'ясню вкратце, що це таке, тому що, по суті, коли чоловік приходить на избирательний участок, він вибирає із тих людей, які йому політичні сили нав'язали. Потому что многие партии просто берут по принципу лояльности или руководители по принципу лояльности тех или иных кандидатов. Подходит он им, не будет ли он их критиковать, будет ли он выполнять там уставы партии и соблюдать дисциплину. Мы пошли другим путем. Хоть и закон, который приняла коалиция о том, что загнали всех под партийные структуры, мы искали путь решения, как сделать так, чтобы вот пятая статья Конституции, которая гласит, что власть принадлежит народу, вернулась и воплотилась в жизнь. Так вот, мы предложили людям самим предложить нам кандидата. И 99% кандидатов, которые идут от нашей партии в местные советы, я увидел их на конференции партийной впервые. Такого еще не было. Это беспрецедентный случай. Родзинка, так? Да, беспрецедентный случай. И мы хотим заложить фундамент на будущее, чтобы политические силы не навязывали, опять же, своих парашютистов, либо кого еще, а спрашивал людей, дайте нам, кого вы видите, вашего соседа, управляющего СНД, учителей, врачей, то есть тех людей, которых вы знаете, ваших соседей, которым вы потом можете как депутату просто прийти домой и спросить, а как же он отстаивает ваши интересы. Вот в этом кардинальное отличие партии «Відродження» от того, что мы работаем непосредственно с людьми. И я горжусь тем, что в Миколаїві, в Миколаївській області собралась команда нових людей, которые знают свои проблемы намного лучше, чем чиновники. У нас очень хорошие позиции: Первомайск, Первомайский район, Вознесенск, Очаков, Братская, Баштанка и в других районах, Миколаївський район и в городе Миколаїві, конечно же, в первую очередь прошла вот непосредственно этот праймериз, где осталось всего лишь, я вам скажу, с того созыва там 3 депутата в городской совет. Это те, которые прошли, так сказать, народную иллюстрацию. Потому что очень многие ко мне, как к партийному руководителю, приходили и говорят, а возьми моего вот брата, возьми моего кума, а давайте я деньги заплачу, может быть, за место. У нас такого не будет. У нас будет непосредственно работа с людьми. И те люди, которые сегодня, даже там 3 депутата городского совета действующие, они прошли вот это народное очищение. И я всем сказал, у нас все для всех, все перед всеми равны. Если вас люди выдвигают, значит, я буду подчиняться воле людей. Поэтому то, что сегодня происходит в других политических структурах, ну, в основном это люди, которые уже по 10-15 лет находились при власти под разными соусами, под разными партиями, но здесь уже выбор людей будет. Что они хотят? Они хотят новый толчок и новое развитие. Либо они хотят, чтобы, неважно, в принципе, это коалиция либо оппозиция, потому что мы сегодня видим очень большие сговоры между там, тем же блоком Порошенко и оппозиционным блоком. Мы видим сегодня, что наш край, это, хоть и пытается сказать, что он оппозиция, но это провластный проект. То есть это все манипуляции, технологии, в которых большие там, бизнес-кланы договорились и делят страну. Значит, ты будешь у нас оппозиция, а это ты будешь провластный. А люди смотрят телевидение, читают газеты и, к сожалению, верят этим политиканам, что впоследствии приводят страну к
розвалу. Як ви оцінюєте шанси вашої команди зайняти місця в місцевих радах? На яку кількість місць ви очікуєте, якщо є такі розрахунки, які, що ви можете сказати? По всім соціологіям і рейтингам, які я бачив, партія «Відродження» проходить в Ніколаївський міський совет і в Ніколаївський обласний совет, також і по районам. Но здесь, знаете, самое главное еще удержать результаты. Люди не все об этом знают, но очень много фальсификаций, которые власть пытается сделать на тех же участковых комиссиях и территориальных комиссиях. И я собрал очень мощную команду юристов, которые будут противодействовать всем фальсификациям, и мы будем защищать закон. Какой бы он ни был, мы не собираемся не принимать ничью сторону, мы будем отстаивать интересы людей. И наша главная задача, чтобы не допустить этих фальсификаций, потому что сделать так, что опять разделят страну на две части, будут играть на чувствах людей, а те политические силы, которые ведут простых украинцев, они попытаются отодвинуть их за борт. Но мы не дадим этого. Как вы взагалі оцениваете нынешнюю виборчу кампанію, як вона проходить з вашого погляду? В принципі, я вам скажу, що сам закон о виборах, він неоднозначен, і якщо брати, що він привніс нового, ну, на самом деле, він тільки запутує людей і прописан таким образом, щоб чоловік, в принципі, не зрозумів, за кого він буде голосувати. Дуже багато роблять ставку на личний характер, на личности. А надо понимать, и люди должны это понимать, что голосовать и выбирать не будут партии. То есть надо смотреть на команду в целом. Потому что очень много значит от лидера, но очень много значит от тех людей, которые присутствуют в списке. То есть смотреть на команду. И выбирать надо команды. Потому что выбрав одного человека на каком-то округе, это не факт, что он пройдет в местные советы. Потому что партия может не преодолеть барьер, либо в своем же рейтинге он не прошел. Поэтому людям надо понимать, что надо выбирать команды. И самое главное, надо обязательно прийти на избирательный участок. Потому что, как бы там ни было, это оружие в руках человека, его голос. И если им не воспользоваться, то это оружие выстрелит в самого человека. Поэтому надо идти, если не согласен, вплоть до того, что испортить бюллетень, но не дать возможность сегодня манипуляций и оставить этот бюллетень для того, чтобы были фальсификации. Поэтому должна быть гражданская позиция, я призываю всех идти на выборы. Давайте перейдемо на наступний рівень. Скажіть, будь ласка, вибори до місцевих рад. В принципі, це вирішення проблем місцевих громад. Як ви бачите проблеми громад, от, наприклад, у Миколаєві? Що треба змінити у Миколаєві, щоб життя городян воно було більш зручним, більш комфортним, більш безпечним? От, як ви бачите роботу в цих напрямках? Ви дуже правильно сказали, тому що багато люди дивляться на лозунги, де политические силы, в принципе, играют на чувствах людей и говорят там о тарифах, говорят о вернем там мир. Нам мир всем необходим, но нельзя играть на чувствах людей, потому что местные советы, выборы 25 октября, это вопросы как раз вот то, что занимаются местные органы власти. Крыши, дороги, лифты. Да, безусловно, вопрос тарифов тоже можно решать на местном уровне. Но самая главная задача – выбрать полноценные команды, которые смогут показать в районе честную работу. Уже одно понятие, что люди не будут воровать, даст в будущем огромный толчок, потому что мы знаем, что система откатов существует, и за каждую бюджетную копейку кто-то какому-то чиновнику заносит. Я хотел объяснить, что нет такого понятия «бюджетные деньги». Вернее, оно юридически есть, но по факту это деньги налогоплательщиков, это деньги пенсионеров, деньги тех, кто сегодня работает и платит налоги. Поэтому распоряжаться этими деньгами должны люди. А проблемы, конечно, у нас по всей, в принципе, Николаевской области одинаковые. Практически в каждом дворе, в каждом селе. И отсутствие дорог, и отсутствие финансирования, нормального финансирования школ, детских садиков, амбулаторий. То есть должна быть программа. Вот люди старшего поколения помнят, когда была программа как минимум на 5 лет. Посмотрите, те, кто сегодня приходит к власти, у них нет программы на следующий месяц. То есть разговоры есть, а четкого плана развития нет. Когда будет план, человек будет понимать, что в этом году мы это сделали, в следующем году мы то сделали, потом отремонтировали школы, амбулатории, ФАПы. Партия «Відродження», к примеру, предлагает
всем мэру города Николаева, других городов Николаевской области, рассмотреть вопрос муниципальных надбавок. Это когда из местных советов выделяются средства, надбавки для учителей, например, врачей, воспитателей детских садов, потому что зарплаты у них минимальные. Да, так происходит в Киеве. То есть в Киеве выделяется муниципальная надбавка, потому что тяжело, и это в полномочиях местных советов. Поэтому партия «Відродження», если люди доверят представлять интересы в большинстве своем в местных советах, будет вводить эту муниципальную надбавку. Это необходимо, потому что люди должны сегодня получать достойную заработную плату. Но задача в парламенте добиться того, чтобы, конечно, это было в цивилизованном русле, и люди смогли не просто выживать, а жить нормально, в комфортных условиях. Знаете, я смотрю на эти лозунги политических сил и могу сказать одно. Мы не хотим жить по-старому. Мы не хотим жить по-новому, как это навязывает нам сегодняшняя власть. Мы хотим жить нормально, где у детей есть будущее, где наши родители, папы и мамы, имеют стабильность, понимают, как растить детей, как ухаживать за нашими бабушками и дедушками. А наши пенсионеры имели защищенность в первую очередь и достаток, потому что они отдали свои жизни на работу и на то, чтобы мы развивались. Поэтому наша задача заботиться о них. Поэтому вот все очень просто. Будь честен, откровенен. За великим рахунком цього бажають всі учасники передвиборчих перегонів. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до процесів децентралізації, те, що зараз знаходиться фактично в інформаційному полі, ми про це говоримо і ми про це розповідаємо дуже часто, чутно, і в багатьох виникає таке питання, для чого, чи дійсно це допоможе, от як ви думаєте? У нас багато дуже красивих слов, реформа, децентралізація, люди вірять. А потом получается, что эти слова чуть ли уже не ругательными становятся. Децентрализация, чтобы люди понимали, это приблизительно так. Если ты отдал свою зарплату соседу, и он ей распоряжается, приходишь и все время просишь у него, отдай мне сегодня на хлеб, отдай мне сегодня на молоко. И надо выпрашивать. Так вот, так происходит в системе власти. А децентрализация предполагает в первую очередь финансовую независимость. Это то, чтобы большая часть налогов оставалась в регионе. И тогда местное самоуправление и люди смогут распоряжаться этими средствами и самим принимать решения. Не по указке, когда им Киев спустит. Я хочу там какой-нибудь министр или еще кто-нибудь, чтобы сделал в этой сфере, там, в школе то-то, то-то. Люди сами должны принимать решения. Они знают свои проблемы, район. И вот финансовая независимость, она необходима. Когда появятся средства у органов местного самоуправления, они смогут планировать и выполнять эту работу намного-намного качественнее. То есть залог успеха очень просто. Надо киевской власти немножко уже развязать свои хотелки, не набивать свои карманы, а дать возможность регионам развиваться. Партия «Відродження» в этом ключе будет добиваться очень жестко. Мы уже один раз даже блокировали трибуну, потому что не дают возможности развиваться селу, не дають можливості розвиватися маленьким містам. Ми будемо відстоювати позиції людей. Дякую, зрозуміли вас. Будемо чекати з нетерпінням. Шановні глядачі, на цьому час програми «Слово депутату» вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною був народний депутат України, голова Миколаївської обласної організації партії «Відродження» Артем Ілюк. Дякую вам за бесіду. До побачення. Дякую.